дальше не заснять. Муниципальный детский парк. А это для, когда ливень идет. Слив такой с порогами тут полностью по всему периметру. Дальше там кафе. О, ступени тоже в эту сторону. Это дорога, мы сейчас будем там выезжать. Это я уже иду в обратную сторону. Можно там пройти. Но я пройду здесь, к машине, на парковку. Моих еще нет, я первая пришла. Вот отсюда сейчас придут. А видимо, когда ливень, и получается, наверное, гор же еще вода. И вот это видно как раз слив. Говорит, что нужно идти вверх, и там вверху будет кемпинг-площадка. А он туда поехал, да. Куда он? А, он прям поехал? Да. Ну, он съехал с этого постоянно. А я смотрю, машины нет, машина пропала. У Клёна же, у него же эти самолетики. Или он нет? На самолетике. Да, а у этого как. Ну, на может разновидность. А там желуди валялись. В виде желуди такие вот. Вот, смотри, смотри. Желуди? Да, шляпки от желуди. А в серединке валялись тоже желудевые. Смотри, вот, вот смотри. А, вот серединка. Вот такие здесь дубы. И очень интересные клены. Это вот там клен. Но у него другие плоды. А это вот такой смешной желудь. Вот такие у него листья, совсем не как у нас. Если бы еще те шарики. Что? Шарики. Шарики с клена. Мы сейчас расположимся вот здесь, на этой площадочке, чтобы покушать. Там, видите, водопадик течет. Мы уже установил столик. Вот сейчас расположимся на лавочке. Возьми сэндвич. А где его? Где его, вот его сэндвич больше. Да, они до сих пор теплые. Возьми сэндвич? Да, потрогай. Есть, здесь your sandwich, есть ход. Ну, а я говорю, хлеб тут вот. Вот такая здесь кемпинг-площадочка небольшая. Ну, не совсем кемпинг-площадочка, но такая площадка для отдыха, где можно отдохнуть, покушать. Смотрите, тут на лавочке на гвоздях что-то написано. С какой стороны читать это? Ну, это с моей стороны. Здесь такая красота. Сейчас пойду посмотрю, что там наверху. Интересно. Надеюсь, я не свалюсь. Да, смотрите, здесь ступенечки, и они ведут куда-то, наверное, на какой-то внутренний дворик. А может быть, это каким-то людям во двор. Там, видите, домики стоят. Здесь в горах вообще очень интересно, вот эти все ступенечки расположены. Если походить, то они могут привести в какие-то вообще абсолютно неожиданные места просто, как лабиринты какие-то. Вот так Катя снимает свои репортажи. Если видно ее, вон где, о, как она только туда залезла, не пойму. Это у нас здесь был пикник. О, Катя пошла вглубь. О, потом посмотрю на видео, что там. Вот такая многоуровневая площадка. Это потому, что мы в горах, поэтому идут уровни. Там дальше серпантин. Где моя дочь? Голос слышу, где-то ведет съемку, а где не вижу. Только слышь. Заложили и промежутки поставили. Взяли вот так все куски. Заложили. Вот видишь, я шла и обратила внимание. Ну видишь, да, как? Есть такое. Молодцы. А у нее оставляли вот такие промежутки. Зато осколков валяется. Такие деньги стоят эти камни. Да, деньги стоят. Смотрите, как сделана. Дорожка. И дорожка точно так же. А там вон такая гора. Где? Ну вон, высота. Ну да, высота. А здесь, наверное, живут, да? Думаю, да. Если это не кафешка, то живут.